Привет! Привет, привет, у нас привет, у нас в гостях у Лисы Горы. Мы сегодня будем лепить пиццу. Да, из чего вы будете лепить пиццу? Из Play-Doh. И там маленькая коробка маленькая. Да, ну давайте показывайте, что это набор Play-Doh, набор готовим пиццу, да? Да. Внимание, упал. Ну-ка, давай с другой стороны покажи коробочку. Да, а Лисе будет Лили помогать. Штука написана. Ну, это для детей старше 3 лет. А Лисе уже 3 годика есть. С половиной. Давайте достаем. Достаем, что там есть. Так. Алиса. Нет, она на каталочку. Ну показывайте, что там есть. Вот тут такая есть, чтобы вот тут полоску. А, это типа мясорубки, да? Я открываю сама уже. Так, что там еще есть? Вот это. Вот это такой небольшой, ну, чтобы очень сделать всякие фрукты. Вот каталка вообще-то. Так, еще что там? Тут есть коробка, чтобы свою пиццу, собственно, упаковывать. Да, и пиццу на заказ делать, да? Да. Подожди, Алиса, ну ты покажи, что там есть. Егор, покажи, что там есть в этом наборе. С мешочками достала. Есть вот это вот. Чтобы тоже очистить фрукты. А, разные, да, грибочки там, овощи и так далее. Вот это тарелка. Тарелочка. Так, вот это такой ножик специальный. Нож для пиццы. Вот это. Вилочка. Вилка, чтобы... Это ножик специальный для пиццы. Вот это ножик для пиццы. Вот это, чтобы резать пиццу. Да, и Алиса у нас уже достала. Достала 5 баночек разноцветного пластилина. Алиса, какого цвета пластилин? Расскажи. Это какого пластилина? Пинк. Пинк, который... розовый. Да, чтобы делать помидорчик. Да, дальше. Вот. Алиса, какого цвета? Yellow, желтый. Green. Разрезать. Разрезать, да. Дальше что там? Белый, white делать. Белый, white. Да, чтобы делать шелочек. Так, и что там еще есть? Коричневый браун. И коричневый браун. Молодец. А теперь посчитай, сколько здесь всего пластилинчиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Ну-ка посчитай хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Посчитай, Алиса. 1, 2, 3, 5. Ну, здравствуй, милая моя. 1, 2, 3, 4. Всем показывай, что ты считаешь плохо. Ты же умеешь считать хорошо. Да. Ну-ка посчитай еще раз, Алиса. Посчитай. 5. С одного начинаем. 1. Давай. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Ну здравствуй, милая моя. Что ты сегодня вообще испортилась? 4. И 5. Ну ладно, сосчитали наконец-то. Так, ну что вы будете делать? Выбирайте какой-то рецепт и давайте по рецепту этому идите. Какой? Вот видишь. Будете, да. С чего? Сначала одно делаете, потом другое, потом третье. Что? Желтое сначала. Желтое сначала? Ага. Да, я буду сама катать. Егор тебе будет давать? Он тебе будет давать какие-то фрагментики, а ты будешь делать то, что он просит, да? Ложки у нас тут нету. Ну смотри, все, что тут есть, все... Что тут? Я буду все катать. В коробочке было. Ты будешь катать? Да, это же нижняя часть. Я буду все вот так пош. Какая-то, что это нижняя часть. Да? Да. Ну, Егор, давай, раз она хочет раскатывать, дай пускай. Алиса, подожди, он тебе сейчас даст много-много, и ты будешь это блинчик раскатывать для пиццы, да? Да. А Егор там будет пока что-то другое делать. А ты как раз будешь хорошую. Ты весь его, наверное, вытаскиваешь желтый, потому что чтобы пицца у вас большая была, да? Вот, Алиса, все. Это уже каталочка вообще-то. Каталочка? Да. Ты только это, сделай форму такого блинчика, чтобы она смогла раскатывать. Какая? Вот это? Да, давай мы маленько твою пони пододвинем сюда, чтобы она нам не мешала. И, да? И а коробочку это потом. Это сюда вы пиццу будете готовить. Нет, вот. Мерь вот, чтобы вот по форме коробочки было, по размерам коробочки блинчик получился. Да, сейчас. Егор тебе сделает это размер, чтобы потом эта пицца у вас лезла в эту коробочку. И пойдем эту пиццу маме понесем, да, угощать. Да. Мама не знает, что сегодня Алиса с Егором готовят пиццу. Давай. И мы будем ужинать пиццей сегодня, да? О, как! О, молодец!
молодец. Ты в одну сторону катай. Ой, Егор, у нее порвалось там. Ты что-то и трубочку закатала в эту пиццу. Не, Егор, сделай заново. Ну, Алиса, подожди, нужно ж красиво сделать, да? А я хотела сделать помидорчик. Как раз мы будем помидорчик, так что она... Ну, давай ты сам раскатай, а потом Алиса будет помидор делать. Я хочу помидорчик делать. Ой. Ну, ты тоже сильно давишь. Потихонечку надо делать. Ты, в принципе, можешь руками это все делать. Да, да, да. Потом чуть-чуть это каталкой раскатать. Молодец. Подожди, Егор тебе скажет, что делать. Я хочу помидорчик катать. Ну, он тебе скажет, что нужно, какие ингредиенты для пиццы. И ты будешь делать, ладно? Не торопись, а то пицца невкусная получится. Видишь, смотри, как Егор делает красиво. Пицца будет красивая, Нянечка, и вкусная, что да? Дальше, Нянечка, надо сделать нам? Сейчас, подожди, он сделает вот эту заготовку для пиццы, да? А потом будете делать приправы туда всякие, да? Он сыр. Кубатуку. А Егор тебе даст, знаешь что? Он тебе даст вот эту вот давилку. Нет, я тоже не могу. Ну, один раз ты сделаешь, да, а один раз Алиса сделает. Сейчас, и будете делать... Нянечка, я хочу его, конечка, сделать помидорку. Сейчас, скромнее. Будете делать... что это такое будет? Ну, то там будет так... Ну, это будет что-то типа лука, что ли. Нет, это не лук. Ну, это сыр, наверное, такой будет. Сыр белый сыр. Нянечка, можно я сделаю, нянечка, помидор? Ага, сейчас няня. А смотри, вот Егор, что тебе... Алиса, подожди, смотри, что Егор будет делать. Он сейчас тебе даст, и ты тоже будешь давить. Сыр. Нет, сейчас я сделаю, а потом я... Да ты много столько... Зачем ты много столько кладешь-то? Не надо. Конечно, ты вот посмотри только на тарелочку. Куда надо? А то он у тебя сейчас все... Так, Алиса, смотри, что Егор делает. Ну-ка. О, смотри, прикольно как, да? Какие сосиски вылезли, вермишельки. Ну все, вытаскивай ее. Нет, с другой стороны вытаскивай. Еще вот у меня помидорка получилась. Помидорка получилась? Чтобы... Да. Ну тогда ты помидорку эту отрывай. Чтобы не сделать... Аккуратненько отрывай по краям, чтобы красивая была. А все лишнее складывай обратно в баночку, чтобы пластилин этот не смешивался, да? Потому что вы же еще другой будете делать. Смотри, как Егор делает красиво. Ну что, теперь же можешь слушать. Ну и все, и хватит, наверное, столько. Да. Да? Все, сюда на тарелочку клади. Так, теперь берем эту штуку. Пытаемся как ты их так засыпать. Да нет, эта штука как раз это пиццу резать. А ты... Ну все, так, это уже готово. Складываем на тарелочку. Дальше что будете делать? Там дальше грибочки, наверное, надо делать, да? Алиса тебе, смотри, помидорчик сделала? Или что там Алиса сделала? Помидор. Помидор? Да, точно, помидор, как Катя говорит. Вот как раз вот подсмотрим. Я почистила вот эту штучку. Я хочу тоже сделать. Тоже хочешь такой сыр сделать? Да. Егор, сделай ей маленько. Пускай она тоже сделает сыр. Ну, много не надо. Ты вот этот вот смешай, то, что достал. И все. И да, вон, да. Вон, около нее, смотри, лежит. Ей хватит. Да, конечно. Так, сейчас Алиса у нас тоже будет делать. Ну-ка, давай. Дави. Ну-ка, дави. Сейчас посмотрим, как у Алисы получается. О, здорово! У Алисы получились маленькие такие, да? Смотри, на пол сейчас упадут. На пол упадут, над столом. Да, ну не... все, Егор, срезай, пускай они маленькие такие что будут. Дай? Вот ножичек лежит. Вот, да. И вот сейчас этим ножичком срезай. Я хотела ложевый сделать. Нет, розовый там не надо, это будет сыр. Розовый вы что будете делать? Помидорки и еще что-то там. Я хотела леденец. Так, сейчас мне нужен так, что? Давайте грибочки, наверное, делайте. Нет, сейчас я уложу вот эти белые грибочки. Ну, сначала сделайте все ингредиенты, а потом будете укладывать. Я хочу грибочки. Да? Я хочу грибочки. Алиса, грибочки же коричневого цвета. Вон Егор взял. Грибочки коричневого цвета. Нет. А это у тебя мухоморы получатся, Алиса. Грибочки, они же получаются. Ну, грибочки, но они мухоморы. Красные, они же ядовитые грибы. Это мухоморы. Мухомор. Давай. Вот Егор сейчас тебе даст. Сделает, я сделаете. Я тоже коричневый. Ну, сейчас Егор тебе даст. Конечно, ты будешь делать коричневые. Вот. Такой гриб должен получиться.
О, красивый. Давайте, сделайте несколько грибочков таких. Алиса, тоже сделай грибочек, ладно? Четыре. Сколько грибочков нужно сделать? Четыре. Четыре грибочка. Так, Алиса, нет, делай, давай. Лучше пять, лучше пять. Пять? Да. Так, получился у Алисы? Да. Ну-ка, Егор, посмотри, получился у Алисы грибочек? Ну, как бы, не совсем. Ну, ладно, пускай это Алисин будет грибочек. Ты его маленько подправь там, чтобы он красивенький был, и все. А я хочу делать пока желтый шир. Нет, Алиса, подожди, сейчас вы закончите с грибочками, а потом другого цвета пластилин возьмете, ой, хорошо? Чтобы не смешивать. Ой. А где козьное окошко? Где? Кстати, а где все наши грибы? А, да, что? А где козьное окошко? Сколько грибочков у вас? Два. Два. Давайте, ну сделайте еще штучки три грибочка. Алиса, давай грибочки сделайте, а потом дальше будете делать что? Дальше лук будете делать? Помидоры. Помидоры? Алиса тебе, кстати, один помидор уже сделала. Алиса, покажи, где помидор? Вот, вот, вот. Вот, давай. А я думала, она его уже съела. Я хочу сделать золотый шелочек. Подожди, Алиса, надо все по порядку. Пиццу же делают все. Сначала одно делают, потом другое делают, потом третье. А то если ты будешь в разнобой делать, то и не пицца получится, а какая-то... Камикадзе. Да. Это я. На угол сейчас вот приеду. А Лилита тебе помогает или нет? Нет. А? Она сейчас отдыхает. Отдыхает? Да. Нет, она просто играет. Вот ты сейчас вот этот белый пластилинчик сложи в баночку, хорошо? Ой, у меня тут написано B1. Я хочу оранжевый сделать шир. Я хочу оранжевый сделать, он был вкусненький. Но много не надо делать, чтобы, потому что он сладенький сильно, да, клубничный сыр будет. Все, у нас 5 грибочков уже получились. Ну все, хватит. Ну, Алисин как-то я уже не считаю. Ну ладно, пускай у Алиси будет, а это Алиси. Ну положи, пускай будет и Алисин грибочек там. Так, давайте, что вы там еще будете делать? Помидорчик и перчик, да? И капусточка. Да? Да. Все, все, хватит, Алиса. А то это много будет сильно клубничного сыра твоего. Давай сейчас посмотрим, как у Алисы клубничный сыр получается. Ну-ка. О, красота какая! Вот я сделала еще надо. Дядька, молодец. Смотри, Егор, какой клубничный сыр у Алисы и получается. Да. Давай его вот сюда отрезай. Я ножичком. Я не люблю, значит, это. Ну, так, ножичек вот, бери. Вот, вот, вот. Да. Так, грибочки сделаны. Дальше помидор. Дальше помидорку и капусточка вот там, я там смотрю. Вот у меня уже получился. Вот. Да, один Алиса тебе сделала помидор. Ну, сделай еще пару помидорчиков. А, что там еще? Лук. Лук можно сделать, да? А, да. Сейчас вот лук сделаю. А из белого тут вот. Придется чуть-чуть взять у... Вот, сыр. Вот, вот. А это все, Алиса, это остатки складываем в баночку. Баночку открывай и складывай остатки, да? О, нифига, у нас тут сейчас полно, блин, белого, а я чего-то... А что ты хочешь сделать из белого? Лук. Лук. Алиса, баночку открывай розовую и складывай туда остатки, да? Чтобы все у нас аккуратненько было, хорошо. Так, молодец. Закрываем, чтобы не засох, да? У Алисы получился розовый клубничный сыр, да? Да, для меня любимый. Для тебя любимый. Алиса украсит пиццу розовым клубничным сыром. Ну все, жди теперь, когда Егор тебе скажет, чтобы... Нет, не мне, не мне. Егор тебе скажет, и ты сама будешь клубничным сыром украшать. Хорошо? Я украшу здесь. Да. Так, а Егор что делает? Я делаю второй лучок, последний. Второй лучок? А там еще что там можно сделать? Там еще можно сделать цветную капусту из зеленую. Я хотела зеленую делать сыр. Где там цветная капуста? Вот. Вот. Нет, нет, зеленая, вот она рядом. Какая? Нет, вот где Алиса держит пальчик, вот цветная капуста. Это? Нет, след, вот, вот, делай, Алиса. Она зеленого цвета отвесила? Да. Я хотела сыр делать зеленый цвет. Ну, сыр зеленый, это с плесенью получится, зеленого цвета. Нам не надо сыр этот с плесенью. Давай это, Егор, помоги ей открыть. Нет, я сама уже умею. Сама? Что вы еще там будете делать? Ну, сейчас, наверное, сделаем. Так, лука хватит уже. О, перчика! У нас же перчика-то нет. Перчика нет? Делайте перчик. Два перчика сейчас сделаем. Вот он такой тут маленький. Помочь. Сейчас Егор тебе поможет. А что ты хочешь делать, Алиса?
сыр. Сыр? Да. Ну, сыр же белого цвета. Вон, возьми белого цвета, кусочек лежит. Вот да. Этот? Да. Сыр же такого цвета. Вот. Я хотела его зеленым сделать. Один? Но зеленый сыр это не наш сыр, это французский сыр с плесенью будет, да? Я хочу с плесенью. С плесенью? Ты любишь сыр с плесенью? Да. Да? Вкусный. Ну ты какая у нас гурманка. Я хотела клубничный. Клубничный сыр? Да. Ну ты же уже сделала клубничный сыр. Смотри, что Егор делает там. Егор, что ты делаешь? Этот сыр я хотела сделать. Вот этот сыр? Да. Так а вон вы это колбасками сыр сделали, как вермишельки. Егор сделал белый сыр, а ты сделала клубничный сыр, да? Я хочу еще вот такой отклубничный. Вот такой? Да. Ну делай из белого. Нет, я не хочу. А из какого ты хочешь? Ты хочешь розовый? И два перчика тоже готовы. Так, два перчика готовы. Ну делай теперь цветную капусту. Угу. И все, наверное. Грибочки есть. Так, помидор один есть. Перчик есть, лук есть. Мало помидоров. Ну, еще один помидорчик сделай, хватит. Да, вот тут вот. А что ты хочешь еще? А, бабушка, вот тут на картинке сверху еще зеленое. А что это такое? Ну, посмотри, вот тут вот есть вот такая вот небольшая. Вот, зеленая, вот. Тут вот еще такая вот небольшая дырочка, где можем сунуть капельку от пластилина. Ну, давай, вот делай. Сейчас. А Алиса что делает? Сыр. Ты все-таки сыр делаешь розовый, да? Да, вот этот. Вот да. Этот? Ну ладно, делай. О, уже он будет вкусный хоть? Да. Он клубничный опять будет сыр? Да. Алиса сегодня у нас все делает клубничное. Да. Да? Да. Я сейчас буду готовить дальше. Ну ты нам сделай тогда цветную капусту, пока Егор там занят. А? Цветную капусту из зеленого пластилинчика сделай. Или помидорчик еще сделай. Я хотела еще сделать вот малиновую. Малиновую? А что у тебя пицца будет? С клубникой, с малиной? Это не овощная пицца тогда будет, я а фруктовая. Я хотела с желтым и с малиновым. С желтым и с малиновым? Да, малиновый будет однотонный, им тоже вот этот будет однотонный. Ну ладно, хорошо. Да, у нас будет две пиццы. Одна розовая, а одна желтая. Да? Да. Замечательно. Так, у Егора еще помидор получился, да? Я хочу. Вот все, два помидора. Вон Алисин помидор тоже обработай. Так, у меня мама пластилинчик. По-моему, вы уже слишком чересчур много овощей сделали для такой маленькой пиццы. Ничего. Делайте еще цветную капусту и все, и хватит. И пиццу давайте уже. Есть, у меня мало пластилинчика. Ну как это у тебя мало пластилинчика? У тебя много пластилинчика? Нет, собирай вот еще. Собирай со стола розовый. Вот так вот. Да. Пускай он прилипает. Так. Молодец. Вот все крошки. Молодец, Алиса. Теперь прячь этот пластилинчик в баночку. Нет, я хочу сделать еще розовый. А что ты еще? Нет, так это ж ты будешь украшать. Или ты уже не будешь украшать этим? Так, вот это... Это ты все складываешь опять? А вот это и надо. Ну это сыр она сделала. Пускай да, будет у нее сыр клубничный. Для меня да, положи, Самый пускай день. Она кусочек пиццы будет кушать, где ее клубничный сыр. Да? Да, Алиса? я буду кушать самый вкусный. А который... что ты делаешь? Третий помидор, что ли? Да. Уж три помидорки как раз вот. Мне кажется, это уже слишком много будет. Нет. Для помидорок это нормально. Да. Я сейчас раздавил. Я буду давить пластилин. Это у вас уже пицца засохнет, пока вы готовите. Вот. У нас, да, она засохнет, но вкус требует потерь. Какие потери? Ну, иногда денежные, иногда каких-нибудь странных потерь, но в этот... Вот я вам тут подправил чуть-чуть, чтобы пицца была красивая. Вот как раз под форму коробочки. Держите. Так. Ну все, наверное, украшаете уже? Нет, так, стой. Еще по какому-то один ингредиент сейчас. Что ты там? Ну выбирай вот из зеленого пластилина, я же говорю, цветную капусту сделаете. А, да, стой, так, где стой? Вон она, вот у Алисы, где оранжевая это? Вот. Сейчас я несколько. Так мы зеленый еще не открывали, мы да что, не трогали? Нет, конечно. Ай, он тут полный, да. Сделайте пару зеленых, это цветной капусты. Так, где цветной капусты? Вон. И все, и пиццу можно уже будет готовить.
Вот оно, да. Я хотела вот это что? А Алиса что делает? Примить еще на каитную пиццу. Нет, я не хочу делать каитную. Я хотела розовую сделать пиццу. Розовую сделать пиццу? Ну, делай. Ну, да. Да, самые мои любимые цвета. Самые твои любимые цвета? Да. По цвету мои. Эх, скорее бы уже были летние каникулы. Скорее бы они. Летние каникулы? Да. А что ты на летние каникулы будешь делать? Ну, играть с моим другом Егором Золотовым, там и сидеть в компьютере, ну и... Ну, там буду развлекаться. Что Алиса делает? Шарики. Вот ты тогда пособирай этим шариком вот этот розовый пластилин, чтобы он поприлипал. Вот, молодец. Так, да. Все. Все? Да. А что, а ты сейчас что? А, Алиса будет розовую пиццу делать, да? Да, а нянечка, а няня будет пока делать желтую. Ну все, давай, Егор, украшай пиццу, делай готовую пиццу. Еще? Ты прям хочешь, чтобы пицца такая вся была... Я хотела три сделать. Вся нарядная, да? Да, я хотела три сделать. Алиса три хотела сделать? Да, и шить. Нянечка, можно, нянечка, я делаю три пиццы? Три? Нет, только две. Три? Ну, делай три, у тебя пластилина не хватит на три пиццы. Смотри, Егор, как красиво сделал. Да? Я хотела три сделать. Ну, делай три. Странные колечки. Что за колечки? Ну, не знаю. Ну, пускай будут. Ну, давайте уже делайте пиццу. Мне уже не терпится ее попробовать. Она уже несъедобная. Ну, мы так понарошку попробуем. Да? Алиса будет пиццу пробовать понарошку? Да, я буду только клубничную пробовать. Клубничную? Да. Которую сама сделала, да? Да. Еще вот одну такую вот лучок, или что это такое? Так, еще зеленого. То, что я сегодня на это... И сейчас будет последний штрих. Там... Ну, последний штрих ты будешь делать, когда пиццу украсишь уже. Тогда будет последний штрих. А сейчас что ты делаешь? Сейчас я... Алиса, ты уже сделала пиццу одну, розовую? Ты сказала, три будет. Да. Да? Ну, у меня что-то не получается. Ну, сейчас... старайся. Ну, ты что-то раскатала, это у тебя не пицца, а получился какой-то это, я не знаю. Червячок. Червячок, да. Длинный-длинный, по которому каток проехал. Да? Аж. Теперь я сделаю, пожалуй, еще это как ее там называют? А, брокколи? Нет, как ее там? Стой, дай. Ну так это ты цветную капусту делал. Нет, это, блин, как ее там называют? Это то, что вы любите есть. Ну вы ее там редко едите, как их там? Вы любите. Блин, забыл название. Вы любите только клубничную пиццу. Клубничную пиццу? Да, конечно, мы любим клубничную пиццу. Да. Да. Да, самую любимую. Самую любимую? Да, и коричневую. И коричневую? Да. Ну что, когда уже пицца-то готова будет, да? Сейчас. Поварята маленькие. Терпение. Терпение? Так уже слюнки текут. Уже все хотят пиццу попробовать. Папа, вот а вы нас так интригуете. Как это называется? Я не знаю, как это называется. Это помнишь, вы там ели уже там один раз? Как ее там называют? Помнишь? Не помню, что это такое. Может, и ели. Ну все, давайте, собирайте пиццу уже готовую. Да еще, да с ней. Сосиску я хочу еще делать. Сосиску ты хочешь сделать? Да, Нина сейчас делает. Что-то, блин, красное. И последнюю вот эту вот. Еще зеленую хочу сделать. А что ты хочешь? Подожди, Алиса, там сейчас. Алиса, подожди, там сейчас смешается все. Там же розовый пластилин. Вытаскивай. Он смешается и будет некрасивый. Вот с другой стороны розовый. Убери его. Где? С другой стороны. Егор, убери у нее розовый пластилин. Дай я уберу. А то у тебя потом некрасивый пластилинчик будет. Какой? Ну какой? Розовый какой? Розовый. Нет, зеленый. Держи. Спасибо.
Пожалуйста. Это что ты сделал, Егор? Ну, помнишь, вот тут. Ну все, давай, собирай. Пиццу уже готовую. Стой, еще один лист. Ладно. Теперь все. Готово. Берем вот эту пиццу. Ой. Она баночка упала. Да. Баночка у Алисы упала. Да. Так, чтобы крем тут сделать, как у той пиццы. Где мой нож? Угу. Ну давай, делай. И накладывайте уже ингредиенты. Алиса, а это что у тебя получилось? Сыр. Сыр? С плесенью? Ой, какой запасчик-то холодный уже стал. Так. Не смешивается? Не смешивается? Так вот. Ну, смотри, у тебя вот здесь вот, Алиса, пластилинчик на рукаве. А ты пошел, я вот это... Так это сверху кладется, наверное. Сейчас. Или снизу. Я хотела это делать. А сюда не ножка. Убивай зеленый цвет. А, один размешивается. О. Так. Я их не поняла. Смотри, Алиса, у Егора какая пицца получается, красиво. Прям как настоящий кулинар. Да? Алиса, видишь, как у Егора получается? Я делаю 3 пока пиццы. Ты делаешь 3 пока пиццы? А розовую-то пиццу со стола соскреби, а то она сейчас засохнет. Да, вот эту соскреби со стола. И в баночку положи из-под розового пластилина. Да. Вот, давай. Баночку. Где баночка из-под розового пластилина? Туда складывай. Вот она. Вот, да, вот туда. И весь розовый пластилин туда поскладывай. Возьми, пособирай его аккуратненько. А сыр не надо. Сыр не надо, да. Mm-mm. Розовый только пластилинчик. Смотри, у Егора какая пицца красивая получается, Алиса, да? Да. А ты же не весь собрала. Смотри, еще сколько крошек розовых осталось. Я не хочу. Я хочу делать пока коричневую пиццу. Коричневую пиццу хочешь да. делать? Да. Ну, ты уже делала розовую пиццу, зеленую пиццу. Теперь у тебя коричневая пицца будет, да? Да. Пожалуйста, хватит. Ну, хватит, вот конечно. А то уже ты слишком это переборщил. Сейчас сделаю крето. Давай дальше помидорчики. Ну, украшай, короче, пиццу. Мне кажется... Ой, Алиса что-то накатала там много. Я же палочкой я убила, и вот это полицай зеленый сейчас. Потому что без краев, мне кажется, это что тут. Края, они сами запекутся и завернутся. Да? Это не будет некрасиво. Давай я уберу отсюда. Нет, вот эту вот штучку давай. Какую? Ну вот эта, которая у тебя. Я бы там посмотрю, осталось там или нет что-то. Давай. Ты еще белое что туда еще, пожалуйста. Ну все, что вы приготовили, все туда и клади. Ну все, тут ничего нету. Это похоже на чеснокодавилку. Чеснок такой давит. Перец, лук и всякие приправы. Алиса, смотри, Егор делает пиццу. Смотри, он какой повар. Будь. Из ресторана. А я хотела делать... Это сыр розовый. А Алиса розовый сыр все хочет делать. Да. Ой, какая пицца красивая. Больше... Папа, аж слюнки потекли. Птицы с грибами, с цветной капустой, с лучком, с помидорками. И с сыром. Да, таким, и с таким, ровным и кривым. И с таким, и ровным, и кривым, да? Да. Уже больше нету. Уже больше нету, да. А что ты делаешь? Опять сыр. Опять сыр? Да. У нас будет огромная пицца, навряд ли нам сюда поместить. Ну, вкусно будет. Ну, ладно, не обязательно, это так просто коробочка. Шок, что он не поместится, вот такая груда. Помидор много сделал. Ой, вы смотрите, ребятки, что у Алисы получается. Клубничный сыр вкуса... получается. Ой, так. И для вкуса добавлю лучка. Где нож? Ну давай, листик салата Егор хочет добавить сюда еще, да? Или какой там листик? Ну, листик, походу, обычный. Обычный? От дерева, походу. А Алиса делает клубничный сыр, да?
Да, самый вкусный. Самый вкусный? Ой, посмотрите. О, здорово, собираю оттуда лишнее. Вот так. Ну все, показывайте теперь нам пиццу, какая получилась. У Егора с Алисой пицца, ну-ка. Показывайте. Нянечка, ты еще не... Вот, какая красивая получилась пицца. Попробуй сейчас крупным планом. Вот. Еще раз покажи, Егор. Нянечка, ты еще не... Вот какая получилась замечательная пицца. Нянечка, вот этого комичного. Ну что, всем говорим пока-пока. Нет, не комичного надо. Что тебе клубничного? Комичного, что-то сырого надо. Ну делай. Так ты весь пособирай вот этот вот розовый пластилинчик, и будет у тебя клубничный сыр. Да. А Егор хочет коробочку? Да. Ну давай. Да, ты положи еще вот это. Положи, положи клубничный сыр, пускай будет еще. Сейчас, Алиса, постой. Сейчас Егор в коробочку положит, и потом твой клубничный сыр положит. Да? Да? Покладет. Да? Этот сыр. Это для пикантности, да? Да, для меня вкусный сыр. Да, для Алисы вкусный Только сыр. Много тут розовый, мало зеленого и белого. Ну ладно, значит пицца еще, у нас такая еще, красивая вот будет. Что-то вы нас там интригуете, еще, прям еще, не видно. Еще, что еще? Еще, еще. Ну показывай, разворачивай, посмотри, что там за пицца получилась с Алисиным. О, ну ничего, так прикольно получилось. Подними, покажи, потому что не видно. И она влезла. Так, пицца на заказ. Вот, пицца на заказ получилась. Так, ну заказывайте пиццу. И Егор с Алисой вам будут делать. И обращайтесь в службу доставки. Да? Звоните по номеру 355-011-3006. Я хочу уже говорить. Стой. Ну, молодцы. Да закрывать не надо, пускай она у вас будет. Ну что, всем говорим пока-пока. Что я закрыла? Вот каждый у нас ну, молодец. Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Лиси Егора. Всем пока-пока. И ставьте палец вверх. Пока-пока. Пока. Я вас люблю. А Алиса вас любит. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы Егора. И ставьте палец вверх. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Я вас люблю. И Алиса с Егором вас любят. И лайк, если вам понравилось это видео.